Мне интересно, он очень сильный. У него такая темповая борьба. Как он занимается? Много ли он тренируется на турнике, на брусьях? И сколько? Yeah, we do some of that. Yeah, is that what it's called? Bench. Yeah. How much? How much do you bench? 180 kilo. 180 килограмм. Это жим лежа. Да. А если на турнике? Overhead. Yeah, как? Overhead. I don't do that, so I don't do that. Yeah. No, not so much. Not so much. Садулаев 58 times. Wow. It's good. Максимум, you? I don't do them. Он вообще не делает. Приседания со штангой. How many squats? Like the weight. Both weights. Oh, like 280 kilos? 280 kilos. 280 kilos. 280, да. А становая тяга? 250 kilos. 250 kilos. 250 kilos. Да. А с резиной борцовской ты много работаешь? Do you work a lot with like elastic bands? No. Yeah. No. Нет. Бежишь 100 метровку быстро? Do you do like 100 meter sprints? Oh, no. No? Его кардио на ковре, он говорил. А кроссы ты тоже не бегаешь? So you don't do crossfit? No. Как много он проводит времени в тренажерном зале? Сколько раз в неделю тренируется? How often do you train? Monday, Tuesday. 5 раз в неделю. Ты умеешь концентрироваться, и несмотря на условия, которые ты попадаешь, от тебя здесь пришлось не просто, да, тебя болельщики отвлекали, ты ездил постоянно в села, казалось бы, другой человек уже устал бы. Но как ты можешь настроиться, что ты себе говоришь перед схватками, so когда ты попадаешь? I'd say God helps me. Всевышний помогает. Ты молишься каждый день? Do you pray every day? Yes. Каждый день. Сколько раз в день? How many times a week do I think? I'm always asking God for help. Always. But in the morning it's more like intentional. Ну, прям вот регулярно утром. А так я всегда обращаюсь ко Всевышнему, если не знаю, что делать. Когда я был маленький, и меня папа заставлял тренироваться, он сказал, что мне не хочется слышать, что ты что-то не можешь. Если даже ты не можешь, ты все равно все можешь. Да? Вот тебя родители тоже воспитывали, отец. When he was little, his dad would tell him that he should always train, and he'd tell him, I don't want to know that you can't, like you're not able to do something. Mm-hmm. Would your parents motivate you in the same way? Yeah. Yeah, your dad, yeah. Your mom? Yeah, my dad. Папа больше, да, у него тоже. Со скольки лет ты начал тренироваться? You started when you were 5. Yes. С 5 лет. А почему ты выбрал борьбу? Why did you choose wrestling? My dad had some friends that thought I'd be good at it, and my grandpa wrestled. Друзья отца думали, что борьба будет для него хорошим спортом, и and your grandfather? Wrestled. И его дедушка занимался борьбой. Часто ли ты дрался в детстве? Did you fight a lot when you were a kid? Not so much. I was like, I liked aggressive sports. But I didn't fight. Ему нравились агрессивные виды спорта, но он сам никогда не дрался. Но я думаю, что люди, которые, если бы они имели даже возможность к тебе пристать, они, видя твои габариты и твою силу, не хотели бы, наверное, связываться с тобой. In his opinion, even if people could pick a fight with you, they wouldn't, because you're stronger than them. Yeah. They wouldn't have enough bravery to do that. I was always big. Я всегда был большим. Да? Как ты думаешь, вот мне 38 лет, вот если я сейчас буду тренироваться, на что мне нужно сделать акцент, чтобы у меня в борьбе получалось? So this guy is 38. Чтобы стать хорошим борцом. На твой взгляд. What do you think, in your opinion, he has to do to become a good wrestler? It's too late. Слишком поздно. Yeah. Всегда лучший момент – это сейчас. They say never say never, and now is the time. Now is the best time. Yeah. Not in sports. Не в спорте. Не в спорте. Что для тебя самое главное? So then, what is в жизни? What is the main thing for you in life? What is like? What is the most important thing? Most important thing to me is my faith. Your faith, Vera. And then my family. И семья. И можешь посоветовать просто даже для людей, которые для себя занимаются борьбой, exercise. Three different ones. Work on like base defense, like работать над защитой, да? Not letting a guy hang on you. Yeah. И не давать сопернику к тебе подобраться, держать тебя. And then finishing. И уже концовка. Спасибо большое. На этом.